Новый этап в развитии энергетики. В Чебоксарах наладили производство первой в стране мобильной цифровой подстанции. Для цифровой передачи данных подстанция оснащена терминалами защиты, сетевыми коммутаторами, а также преобразователями интерфейсов. Энергообъект будет работать автономно, сбои в системе устранят специальные датчики. Цифровая подстанция предназначена для крупного объекта газодобычи на Ямале. В ближайшее время цифровую подстанцию представят заказчикам. Буквально на последней стадии вся сборка вот этой цифровой подстанции. Действительно, это уже, можно сказать, историческое событие для нашей республики. Во-первых, мы как раз здесь и видим, это и результат слаженных действий, слаженной работы нашего предприятия, которое входит в электротехнический кластер. Поэтому этот масштабный проект, он уже практически реализован, завершен. Поэтому радует, во-первых, что предприятие работает, есть масштабные проекты. И появились, и уже еще появляются новые ниши для завода. И кроме того, расширяется номенклатура уникальных изделий этого завода. Подробности о работе электротехнического кластера в программе «Сделано в Чувашии». Очередной выпуск выйдет в эфир 19 июня в 20:30.